Усилить контроль за качеством питьевой воды и эпизоотической ситуации поручил премьер-министров. В Атырау Олжас Бектенов провел очередное выездное заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий. Для недопущения ухудшения ситуации в зонах подтопления проводится сбор павших животных. Уже утилизировано больше 1000 голов. Все коммунальные предприятия и санитарно-эпидемиологические службы переведены на усиленный режим работы. Глава правительства доложил, что в целом покрытая снегом площадь по республике составляет 15%, а в северных, восточных и центральных регионах почти 40%. Из зон ЧС эвакуировали больше 70 тысяч человек. На местах продолжаются аварийно-спасательные работы. Жизнеобеспечение городов и сел должно быть на соответствующем уровне. Жителям нужно предоставить все необходимое, не только продукты и лекарства, но и бензин. Поступает информация, что в некоторых регионах были случаи удорожания продуктов питания. Поручаю усилить контроль и не допускать необоснованное повышение цен на продукты. Факты пресекать. Сейчас в ряде регионов началась работа по возмещению ущерба и выплате компенсации. Эту работу нужно проводить максимально прозрачно, без бюрократии. И оперативно. Никто не должен остаться без помощи. Акимам ситуацию держать на особом контроле.